вітаємо вас в інформаційному центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Тема нашої прес-конференції звучить так. Зміни з 1 листопада в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. Що змінилося, власне, про це зараз запитаємо у засновника автошколи Микити Нем'ятого. Микито, вітаю вас. Що ж змінилося і для пішоходів, і для автомобілістів, і для велосипедистів? Значит, если мы говорим об изменениях, то это не первое изменение в правилах дорожного движения за последнее время. Вообще за последние 5-7 лет есть очень такая традиция серьезная. ПДД в правила дорожного движения вносит изменения по 2-3-4 раза в год. Вот, поэтому в этих изменениях, в этой редакции изменений, добавили порядка, вот я сейчас только что смотрел, порядка, ну, навскидку, там где-то около 30 знаков новых. Це багато. Так? Это много, да, это очень много. Вторая традиция – это постоянно придумывать, изобретать какие-то новые знаки. Почему я так иронизирую, я объясню. Потому что у нас очень большая проблема на дорогах в том, что водители не знают еще тех старых знаков. А максимально стараются придумывать новые знаки и внедрять их в жизнь. И старые никуда не деваются. Абсолютно правильно, старые никуда не деваются. Есть старые редакции знаков, есть новые редакции знаков, есть знаки некоторые, которые были в некоторых редакциях, учебниках уже есть, а вот только сейчас их официально ввели, например, знак 1.41, да, место концентрации ДТП, и знак 3.45. То же самое, это был уже знак, то есть такие знаки есть. Также знак 4.21, 5.77, вот так вот. Что касается, принципиально ли они что-то изменят, эти знаки на дороге? Мое мнение как специалиста, я в сфере безопасности дорожного движения уже почти 10 лет. Ничего это не поменяет абсолютно на дорогах. К очень большому сожалению. Водители как врезались, так и будут врезаться. Очень это отчетливо можно видно и наблюдать. Мы можем видеть последние два дня, где буквально как шары... Это с чем повязано? Я правильно разумею? Нет. ДТП связаны с тем, что водители... За машинами-то управляют водители, да, сидят. И что водители не держат определенную дистанцию. Водители не знают в должной мере правила дорожного движения, не знают, как должно быть. Они не проходят курсы контраварийной подготовки. Поэтому из-за этого попадают в ДТП. Ведь дождь – это же не какое-то стихийное новое явление, скажем так. Да? То есть все знают, что есть дождь, есть снег. Поэтому здесь проблема ДТП – это не проблема дождя. Это проблема водителей в первую очередь. Во вторую очередь – это качество дорожного покрытия. Вот. И ряда еще других, скажем так, моментов уже не особо важных. Да. Давайте зупинимося так от детальніше про, наприклад, нові знаки. От знаки з приводу швидкості. Що змінилося з приводу швидкості? Значит, что касается знаков, я сейчас посмотрю. Вот мы бачили, например, в Киеве уже почали встановлювати знаки, так на магистралях в місті 50, так швидкість. Смотрите, опять-таки, знаки у нас устанавливают местные самоврядования, местные советы. Это в их компетенции устанавливать дорожные знаки, в том числе знаки ограничения по скорости. Здесь, на мой взгляд, наши городские власти поступили очень правильно, если мы говорим на примере Днепра, потому что на некоторых участках дорог, где объективно водители не едут 50 км в час, а едут с более быстрой скоростью, устанавливают дополнительные ограничения, например, 70 км в час. По такому же принципу и в Киеве.
тоже то, что вы мне сейчас говорите, на некоторых участках дорог приняли решение, да, городские власти о том, что можно увеличить ограничение по скорости по причине простой, как бы, ну, нету смысловой нагрузки никакой, да, если водители там разгоняются с быстрой скоростью, зачем по-прежнему держать скорость 50 км в час. Тут история в чем? По правилам дорожного движения в населенном пункте мы должны ездить не быстрее 50 км в час. Это есть такое правило. Но в этих случаях, в некоторых случаях, да, то есть если вы как водитель едете на участке, увидите скорость ограничения не 50, а больше, например, 70, но мы находимся в населенном пункте, мы уже можем ехать быстрее 50. Угу. Ось так. Щодо розміток, є зміни? Що касається розміток... Ну, наприклад... Я, якщо ви мені сказали, тому що я от листаю... Велосипеди, або ж там зміни, що ми бачили, що буде тепер спільна дорога для велосипедистів і автомобілів. То, що правила дорожнього движення наконец-то почали уділяти внимание таким учасникам дорожного движения, как велосипедистам, на мой взгляд, это очень правильно. То, что наши водители все еще не привыкли к такому явлению, как велосипедисты на дороге, это очень большой минус. К велосипедистам нужно относиться как к участникам дорожного движения особенно более бдительно, потому что их легче травмировать, и при столкновении больше и чаще могут быть и ДТП с пострадавшими, и в том числе летальные исходы и так далее. Поэтому, но опять-таки, здесь и велосипедистам нужно тоже, на мой взгляд, подучить ПДД, потому что велосипедисты до сих пор, я уверен, подавляющее большинство велосипедистов, они не понимают до конца своего правового статуса на дороге. Кто они на дороге такие? То есть они полноценные с точки зрения правил дорожного движения, с точки зрения кодекса про административные правонарушения, по которым и велосипедисты, и пешеходы, и водители несут ответственность. Велосипедист – это полноценный участник дорожного движения, который должен знать все правила дорожного движения и руководствоваться ими, наряду как и с водителями, наряду как с пешеходом. То, что добавили полосы для движения, дорожки для велосипедистов, то, что теперь можно по дорожкам для велосипедистов двигаться пешеходами, наоборот, то есть будут совместные пешеходные переходы. Это есть нормальная практика европейская. В некоторых городах нашей страны и в Днепре, если я не ошибаюсь, тоже уже были некоторые участки, где могут одновременно и велосипедисты, и пешеходы. Но это те изменения, которые, ну, объективно крайне мало в нашей стране травм и ДТП, которые связаны пешеход с велосипедистом. Поэтому это больше так узаконили, скажем так, да, то есть теперь официально в этих местах могут двигаться велосипедисты, а там по пешеходному переходу переезжать. Раньше велосипедист, он должен был спуститься с велосипеда, да, сейчас он может там проехать и так далее. А, тобто тепер велосипедист може проїхати на колесах пішохідний перехід, я правильно розумію? Я прошу прощения, угу. я сейчас посмотрю по знакам, щоб я... Бо часто насправді в місті видно, як велосипедисти проїжджають зебру, мало хто зупиняється. Добавили, вот я листаю новые знаки у меня в телефоне, то что это скрин с объявления патрульной полиции, значит, добавили 6 табличек дорожным знаком направления движения для велосипедистов, их раньше не было, добавили теперь отдельно знак, что это отдельная велосипедная полоса. То есть, я так думаю, це опять-таки... на дорозі прямо, да, на проїжджій частині. Это на, дорога состоит из тротуаров, где могут двигаться угу. только пешеходы, из проезжей части, правильно вы сказали, да, из разделительной еще, но мы сейчас ее не трогаем, да. То есть, если мы говорим проезжей части, да, то теперь будет отдельно полоса, проезжая часть для велосипедистов, будет отдельно выделена еще, да, для велосипедистов. Суміжні пішохідні та велосипедні доріжки будуть здесь.
Вот, смежный пешеходный переход и велосипедный переезд. Ну, на знаке указано буквально, что велосипедист сидит за велосипедом. Вот, то есть сверху находится. Поэтому и велосипедный переезд, еще вот тоже новый знак добавили, такого знака не было раньше. Вот, поэтому были просто дорожки для велосипедистов. Вот, но проблема в том заключалась, что водители, видно, не обращали внимания. Посмотрим, как сейчас, то есть, потому что, ну, все-таки знак, он более нагляднее, обращает внимание водителя о том, что, ага, сейчас будет велосипедист. Сократит ли это количество ДТП с велосипедистами, я думаю, только история должна показать, потому что эти новые ПДД сейчас там редакцию ведут. Ее сейчас выпустят в учебниках, да, то есть напечатают для того, чтобы... Да, нужно время для того, чтобы... Но опять-таки, я бы, если мы говорим за, за велоинфраструктуру и дополнение новыми знаками, то я бы все-таки организовывал или какие-то велосипедные школы, или в обязательном порядке, чтобы все велосипедисты, есть примеры разных стран, да, чтобы велосипедисты больше уделяли внимание ПДД. Або мали взагалі права. Да, абсолютно так? Правильно, да. Вот, есть примеры и многих стран, и очень больших штрафов, потому что все-таки у нас велосипедист, он до конца не понимает, и в этом есть самая большая проблема, кто он есть на дороге, да. Это в свое время, там, каких-то там 3-4 месяца назад то же самое говорили за людей, которые на самокатах, да, то есть до сих пор у нас в государстве не определен правовой статус, кто есть человек на самокате, он водитель или так, он речи, пешеход. Так, электросамокаты, чи щось зміниться в зв'язку с новыми правилами для них? Насколько я знаю, я не изучаю эту тему очень много и часто, но насколько мне известно, что сейчас создали комиссию, которая должна, при Верховной Раде, если я правильно понял, да, которая должна будет, которая сейчас работает над тем, что разбирается с электросамокатами. Статус, так и их, да, их статус. По иронии судьбы, что в эту комиссию входит часть этой комиссии, или вся комиссия, или часть этой комиссии, это юристы одного из операторов вот этих вот самокатов. Поэтому... Ага, ось така ситуація. Да. Добре, ще таке питання. Діагональні зебри, так, пішохідні переходи. Що це таке? Чи відомо вам взагалі, що це означає? Чи може це є ті самі, про які ви казали, так, для велосипедистів переїзд на велосипеді? Діагональні значить, зебри. Знак 539, діагональний пішохідний переход. Я не знаю, будут ли, потому что передо мной только знаки, я не знаю, будет ли разметка как-то изображено, что она диагональная. А то это зебра, яка йде по діагоналі, чи як це? Я думаю, прямо? Как минимум знак разрешит, если раньше на пешеходном переходе вы должны были как пешеход только по зебре переходить, угу. Да, то сейчас вы можете по диагонали, по перекрестку перейти. Ага, цікаво, да. Насправді. То есть знак нам это разрешает, скажем так, правильно. Но опять-таки, это такая же история, как и с велосипедистами. У нас армия пешеходов, которые не знают, как правильно ходить. И это было еще с советских времен, потому что к безопасности человека на дороге относились очень так, не очень. Ну, це ж я правильно розумію, якщо мені треба перейти по діагоналі одну зебру, і там буде ще одна, тобто ось так, то я можу прийти так, це повинен бути мені зелений так світлофор і тут, і там. Я, якщо чесно, зовсім не уявляю, як воно працюватиме діагональні зебри. Ой, я думаю, скоро ми получимо коментарі. Роз'яснення, так, якісь. Опять-таки, то есть, к очень большому сожалению, все изменения в ПДД, они идут не на упрощение, а на усложнение процесса. И стабильно принимают эти изменения, и потом вот люди по полгода, по году вникают, понимают, что ага, вот здесь вот так вот ходить, здесь вот так ходить. Вы правильные очень вопросы задаете, и пока ну, интересно, какая будет международная практика, какая есть,
То есть, да, ну, наверное, как-то по диагонали, ну, например, это будет, наверное, касаться в случае нерегулируемого пешеходного перехода. Но я бы не запускал бы наших пешеходов еще и по диагонали, причин несколько. Во-первых, они и так огромное количество пешеходов нарушают ПДД, они их не знают элементарно, не ходят как хотят и где хотят. И я бы предусмотрел кодексом про административные нарушения гораздо большую ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Вот тогда, так на мой зараз взгляд, максимальные штрафы за порушение ПДД? Если я не ошибаюсь, очень маленькие. Если мы 300... говорим за пешехода, 680 гривен, 680. Если пешеход нарушил в состоянии алкогольного опьянения. То есть, если не в состоянии алкогольного опьянения, это 300 приблизно? Если я не ошибаюсь, да, и это мизерные штрафы. Ну, справді так. Это плюс законодательно не подкреплено, каким образом, то есть в полицейские не заинтересованы, в принципе, заниматься наказанием пешеходов и штрафов. Как правило, все вот эти вот мероприятия по остановке пешеходов и штрафованию их, они несут исключительно протокольный характер, раз в полгода, с видеокамерами, с максимальным пиаром. Вот посмотрите, мы штрафуем пешеходов, но на самом деле это капля в море. Почему полицейские... У них нет тренда на штрафование пешеходов. Все очень просто. У нас законодательно не предусмотрено, что пешеходы должны ходить с документом, удостоверяющим личность. И банально, если останавливать человека, который нарушитель, да, полицейский, то ему для того, чтобы установить личность человека, нужно по закону привести человека в райотдел, и там у него есть по закону, да, там 3 часа для того, чтобы установить личность человека. Полицейские банально не хотят этим заниматься. Это долго. Зачем это делать, если легче остановить водителя, да, и тут же его оштрафовать? Поэтому вот исходя из того, что у нас слабо законодательно закреплено нарушение, и велосипедисты туда же относятся, да, то есть они слабую несут ответственность, вот, и из-за этой причины они могут себе позволить не руководствоваться правилами. То же самое велосипедист, он не обязан возить с собой документы, удостоверяющие личность, да? Поэтому из-за этого все. То есть, на мой взгляд, гораздо лучше, умнее и правильнее было бы увеличить штрафы за нарушение пешеходов раз, за нарушение велосипедистов два. Потому что когда, например, если велосипедист будет знать, что он не в том месте проехал, у него штраф будет 3000 гривен, к примеру, да, говорю. Я думаю, это его будет стимулировать для того, чтобы... Ага, может все-таки открыть ПДД, прочитать и вникнуть, где же я там нарушил, да. А когда у велосипедиста штраф там около 500 гривен, и он знает, что это там раз в 5 лет там кто-то когда-то остановит кого-то, да, из полицейских я имею в виду, естественно, у него нету стимула учить что-то, вникать куда-то, а это означает, и он по-прежнему не знающий правил, а значит, представляющий потенциальную опасность. І останнє питання, якщо можна коротко, що відомо про зупинки та так наші парковки, тобто стоянки. Знаємо, що в місті і так у нас так ситуація трохи напружена, ніде не можна поставити, ну, фактично автівку, не заплативши за стоянку, за паркування. Що Я змінилось? чуть-чуть не понял вашего вопроса. Что поменялось? Зупинки автомобілів і от стоянки, тобто парковка. Платні парковки. Що змінилося так з цього приводу в новому законодавстві цьому, в цій редакції? Ви извините, я ще не знаю об этом, що там в новому законодательстві. Я не можу вам ответить. То есть, ну, я не хочу говорить того, чего я не знаю, потому что если вы озвучите, то я прокомментирую. Ну, якщо чесно, теж ще не досконало вивчили зупинку. Можливо, ну, я думаю, що в нас в місті по остановкам вони по парковці раніше це було постановлення Кабінету міністрів, де був, ну, так собі регламент, я його читав, там, яким образом повинні бути парковки. Ну, це місцеве самоврядування більше регулює. Чи будуть у нас питання з залу? Так, скажіть, я так слухала вашу уважну розмову. Спасибо. Якщо підсумувати, я зрозуміла, що ви вважаєте, що ці нові нововведення взагалі недоречні, вони нічим не покращать ситуацію ні водіям,
ні тим же велосипедистам особливо. Тобто краще ви пропонуєте ви підвищити штрафи, так, аби люди стимулювалися вивчати ПДД, і тоді б менше було ДТП і було б більше користі. Чи правильно я вас зрозумів? Абсолютно правильно ви поняли. Тому що ця практика всех европейских стран. В случае безопасности дорожного движения не нужно изобретать велосипед, что очень активно, постоянно делают люди, которые вносят изменения в украинские правила дорожного движения. Да? То есть нужно смотреть просто европейскую практику, просто проехаться по европейским дорогам, пообщаться с людьми, которые делают там инфраструктуру в сфере дорожного движения, и брать у них опыт и делать как у нас. Там все очень умно, очень правильно. Там детей учат еще в школе правилам дорожного движения. Это подкреплено на законодательном уровне. Там велосипедисты несут полную ответственность наравне полноценно с участниками дорожного движения. В Британии в прошлом году, если я не ошибаюсь, да, в Великобритании даже просчитали, что стране невыгодно, чтобы были ДТП. Потому что ДТП за собой несет ряд государственных расходов, им на выходе легче системе водителя выучить, это дешевле, чем этот водитель через какой-то промежуток времени врежется, потому что они просчитали математически, это ремонт дорожного, там, каких-то дорожных заграждений, дорожного полотна, это пробки, это загрязнение, они рассчитали часть факторов, и они поняли, им невыгодно, чтобы были ДТП в стране. У нас в этой истории идут наоборот. К очень большому сожалению, выгодно, чтобы были ДТП за проезд на красный сигнал светофора. Я кратенько вам один тезис скажу. 580 гривен. Проезд на красный сигнал светофора, как водитель, я вам говорю, это в 90% случаев это очень серьезное, жесткое ДТП. С разбитыми автомобилями, с часовыми пробками на этом перекрестке, с жертвами в том числе. Это уголовная ответственность, если есть жертва уже. А за это нарушение всего лишь 580 гривен. Что меня, как водителя, сейчас говорю, не как, да, там специалист по безопасности, а просто обычный водитель, который сюда тоже приехал на автомобиле. Что меня должно стимулировать к тому, чтобы не проезжать на красный? Ничего. Я могу проехать, и также это делают сотни водителей ежедневно, подвергая риску и свою жизнь, и жизни других людей. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, в наших гостях був Микита Нем'яти, засновник автошколи. Говорили про зміни в правилах дорожнього руху. З 1 листопада вони вступили в силу в Україні. Що ж, на цьому ми закінчуємо. Мене звати Анна Гребенчук. Дякуємо, що були з нами.